Число жертв затонувшего парома на Филиппинах возросло до 61, и количество погибших может еще расти, говорится в заявлении береговой службы, которая все еще занимается поисковой операцией на месте трагедии. Власти составили список всех 187 находившихся на судне, однако, как выяснилось, на борту было на несколько человек больше заявленного числа. Точная причина крушения пока не установлена. Напомню, паром затонул 2 июля в 200 метрах от причала порта Ормок. Судно направлялось на остров Каматес, однако большие волны перевернули его в момент выхода в открытое море. Капитан и 17 членов экипажа спасены. На него и владельца судна заведено уголовное дело.